Доброго времени суток, уважаемый зритель. Сегодня я хочу познакомить тебя с проектом Иронит. Этот проект является азартной платформой, которая позволяет игрокам полностью управлять игрой. Он предоставляет платформу, где игрок будет принимать, контролировать, а также получать прибыль, поступающую от игры. Платформа создана так, что можно продавать ее другим операторам. Это, в свою очередь, позволит команде в короткие сроки распространить концепцию по всему миру и сделать ее отраслевым стандартом. Каждая платформа имеет открытый API. Это позволит добавлять игры, созданные сторонними разработчиками. Таким образом, библиотека игр на платформе можно постоянно пополняться и расширяться с минимальными затратами времени и средств. Также хотелось поговорить о токене. Токен используется в проекте и имеет название URAN. Ну, ERAN точнее. Основан на ERC-20. Платформе он используется для удовлетворения одной цели, и эта цель — выплаты. Также нам представлена дорожная карта. Как мы видим, дорожная карта нам представлена с 2017 года, и она тянется до третьего квартала 2020 года. Очень долгая дорожная карта, и это говорит о том, что компания уже проделала немалый путь, является на середине пути, но предстоит ей еще очень многое. Поэтому будем следить за развитием. И, конечно же, будем следить вместе с вами. Не отдельно я, не отдельно вы, а, конечно же, будем следить вместе. Таким образом, мы видим перед собой систему, которая прорабатывает вопросы безопасности игрового бизнеса, вопросы конкуренции. Для владельцев казино платформа будет буквально самая привлекать новых людей. Из-за этого, я думаю, у проекта будет большое будущее. Также я сейчас вам пролистал команду и листаю ее дальше. В команде очень много людей и очень много людей, действительно профессионалов с большим опытом. Вы изучите их сами, я не хочу на этом останавливаться, дабы не тратить ваше время. Вот мы и дошли до названия токена, вот он, ERAN или URAN. И один ERAN является 0,00125 эфира, то есть в одном эфире 800 токенов. Видим хардкапу, софткапу, всю информацию о токен сейл представлена на экране. Также представлены бонусы. В данный момент мы располагаем бонусом вот этим в 20%. Сейчас мы листнем наверх. Сейчас. И вот мы видим. Заканчивается через 8 дней. Через 8 дней скидка в 20% уже будет недействительна и уже никогда не будет этой скидки. Скидка уже будет уменьшена. Поэтому успевайте присоединиться к платформе. Я же заканчиваю на этом свой первый видеообзор. Далее я подробнее расскажу вам о данном проекте. А пока переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на данной платформе и присоединяйтесь к проекту Уронит. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.